Приветствую вас, Лора. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Собственно, подскажите, как мне быть, спрашиваете вы, как быть, чтобы что? Не совсем. Вот этот момент ясен, на мой взгляд. Вот, не совсем понятно, как вы хотите быть. Вот, поэтому давайте разбираться. Первые отношения у меня были на расстоянии, мы учились в разных городах и виделись редко. В основном переписывали 17 и 18 лет. А сейчас мне 28 лет. Пишите вы. Скажите, пожалуйста, имеет ли для вас какое-то значение возраст? Ну вот. То, что вам 28. Имеет ли для вас это какое-то значение? Вот. На мой взгляд, это очень важно, потому что если для вас, если для вас это значение имеет, то я бы хотел увидеть, какое это имеет значение для вас. Вот какое значение для вас имеет возраст. И если вы говорите, что у вас первые отношения были в 17-18 лет, вот, то были у вас отношения, причем, как вы говорите, на расстоянии. Вот. То есть, на мой взгляд, здесь важно увидеть тоже такой момент. Расстояние это было случайно ли или нет. То есть, ну вот, случайно ли у вас были отношения на расстоянии. Потому что ведь вы, получается, выбираете такого партнера, который был бы к вам не слишком близко, а как в дальнейшем покажет ваша история, как-то не слишком, я бы сказал, вы себе доверяете, не слишком вы на себя полагаетесь, вот, в отношениях, во взаимодействии с мужчинами. То ли вы их боитесь, то ли вы стыдитесь, то ли вы не прислушиваетесь к себе. Вот, не прислушиваетесь к тому, что, ну, подсказывает, условно говоря, вам сердце. Дальше. Первый поцелуй с тем же парнем мне показался никаким, тем не менее я продолжала общаться. Ну, вот вы говорите, что первый поцелуй с этим парнем показался вам никаким, я бы хотел у вас спросить, а каким он должен был быть? То есть, как будто бы вы, вот, ну, как будто бы вы в поцелуях хотели чего-то, как будто бы у вас были, ну, надежды, как будто бы вы чего-то ждали, вот. Надежды, как правило, склонны не оправдываться. Вот человек, который вот надеется, он, к сожалению, довольно часто сталкивается с разочарованием, вот, и связано это, ну, в какой-то степени с тем, что надежда — это собственные желания человека. Вот, его собственные желания, которые перекладываются на
других людей. И зачастую это вообще никак не связано с контекстом. То есть вот вы целуясь с парнем, ну, вероятно, именно вот целоваться не хотели, а хотели чего-то другого. Да, здесь безусловно, здесь безусловно встает вопрос о том, чего вы хотели, вне всякого сомнения, такой вопрос встает. Вот, но, наверное, задавать этот вопрос пока что смысла особо нет. Потому что, ну, вот, нужно с вами общаться. Дальше. Тем не менее, общаться я с ним продолжала, пишите вы. Ну вот, здесь как будто бы вы, значит, сводите общение с парнем, вот как будто бы только к поцелую. Да, то есть, как будто бы вы вот общаетесь с ним, ну, я имею в виду, с мужчиной, только вот исключительно в контексте поцелуя. Да, то есть, если поцелуй никакой, то общаться уже вроде как не особо-то и надо. Вот. Это тоже к тому, а на каких основаниях вы выстраиваете отношения с мужчиной? Вот. То есть вы ну, выстраиваете отношения с мужчинами как? Вот. На мой взгляд, у вас достаточно много получается гендерного взаимодействия с мужчиной, но маловато личного, личностного, точнее. Вот, понятно, что я здесь могу в чем-то быть неправ, вот, понятно, что чего-то я могу здесь не понимать, но пока выглядит вот таким образом ситуация. Вот, и, честно говоря, ну, это совсем не есть, как мне кажется, для вас хорошо. Вот, это скорее фактор такой, больше отягчающий. Вот, фактор такой, больше осложняющий, вот, ситуацию для вас. Далее. Так, когда заходили разговоры о сексе, я говорила, что не готова, просила подождать. Ну, опять же, здесь момент не в том, что вы просили подождать, это, в принципе, ваше право, вот, ваша жизнь, распоряжаете своей, так как, в общем-то, считаете нужным, но из какого чувства вы это говорили? Из какого чувства вы хотели прождать? Чего прождать вы хотели? Вот. Чего ждать? Вот. Не готовы, вот, ну, вот вы пишете, что не готовы, а как эта неготовность проявляет себя. Вот в чем эта неготовность выражается. Вот, это, на мой взгляд, очень важный момент, потому что одно дело, если вы просто не хотите, другое дело, если вы чего-то боитесь. Вот. Если вы не хотите чего-то, то желание, конечно, может появиться, если вы не хотите, а вот если вы боитесь, то ну, желание, в общем и целом, не появится. Потому что страх, он как бы, ну, имеет такое свойство не проходить, особенно если человек не очень понимает, ну, чего именно он боится. А вы, судя по тому, что говорите, как раз вот
Не очень понимаете, чего именно вы боитесь. Дальше. Так, в итоге мы расстались с моей инициативой. А почему расстались-то? То есть, как бы, ну, что вас сподвигло-то? Расстаться. Тем более, что вначале вы говорите, что вроде бы все равно продолжили общаться, потом говорить, что расстались все равно. Что произошло? Это очевидно, что что-то вас подтолкнуло к тому, чтобы, ну, закончить отношения. Вот. Но что, пока не совсем ясно. Вот что, пока не совсем понятно. А вы сами об этом не говорите. Вот. А важный ли это момент? Да, этот момент очень важный. Вот. Потому что здесь, ну, вот выглядит все так, что вы как будто бы чего-то испугались, как будто бы вы попытались спрогнозировать вот ситуацию и решили, что лучше для вас будет расстаться. Вот. То есть это вот из предвосхищения какого-то, как правило. Года 23, влюбилась безответно, сделала шаг навстречу, признала в чувствах, но получила нет. Но опять же, важно видеть, что в вашей жизни происходило тогда, на момент, когда вы влюбились, потому что не всегда влюбленность является влюбленностью, вот, иногда влюбленность является чем-то немножечко другим, скажем так. Вот. То есть, ну, к сожалению или к счастью, но человек может думать, что он влюбился, а на самом деле не совсем. Это про влюбленность. Вот. Может быть. Поэтому просто вы влюбились, тем более безответно, ну, мне кажется, нуждается в обсуждении, как минимум. Как минимум это обсудить. Как минимум. Это обсудить с вами, чтобы вот как-то вы, ну, сами, может быть, лучше бы понимали, о чем идет речь и про что. Вот. Ну, про что вы говорите, о чем вы говорите. Вот. Это такой важный момент, повторюсь. А вот. А. Дальше идем. А, так, значит, получила нет. А как вы это восприняли? Ну, как вы, вот, ну, по факту отнеслись к тому, что вам, что вам мужчина сказал нет. Вот. То есть как вы это восприняли? Вот. Вам было больно, да, или вот, какие здесь чувства у вас возникли? Вот. Мне кажется, это важный момент достаточно. Вот. На это нужно обратить внимание вам свое. Дальше. Так. Однажды парень, который мне отказал, поцеловал меня. Ну, я не думаю, что подобное произошло случайно, скорее всего.
Скорее всего, вы с ним общались с парнем. Вот. Ну, продолжали общаться, в смысле, с ним. Вот. И мне кажется, что вам надо бы увидеть здесь свою активность. Вот. То есть увидеть то, что вы выбрали с ним общаться. Несмотря на то, что он вам отказал. Это неплохо, то, что вы выбрали с ним общение. Я просто, ну, я просто больше говорю именно про вашу активность. Вот. Я больше об этом. Про то, что, вероятно, свою активность вы игнорируете. Дальше. Я спросил, зачем он это сделал, он ответил, что хотел проверить, а мало ли. Ну а вы для чего спросили, зачем он это сделал? Разве для этого нужны объяснения? Пару раз, так, было больно, пишите вы. Надо бы поподробнее здесь это раскрыть. Вы здесь к себе невнимательно. Иногда я ходил на свидание, но общение обычно заканчивалось после первого или второго свидания. А как мужчин-то выбирали? Пару раз целовались с парнями, иногда не нравилось мне, иногда парню, все было не то. Ну вот как будто бы вы ищете чего-то идеального. Ну это про некое отрицание вас чего-то. Недавно познакомилась с парнем в интернете. Опять же, да, почему в интернете? На свидание он пытался меня поцеловать, я не дала это сделать. Ну, ваше право. Ваше право. Ну, вот он заявил, что жаль, хотелось бы, тем не менее, расстались мы хорошо, он вскоре позвал меня на второе свидание, на котором опять пытался поцеловать. Я сначала не смогла толком ответить, но поцелуй распсиховался. А из-за чего распсиховать? Но он меня отпускал, продолжал обнимать, и я поддалась. Но мне понравилось им целоваться, я дала волю эмоциям, поцелуи были достаточно жаркими. Парень был и рад, и спит с толку. Ну, это нормально, не ожидал такого. Он до сих пор не понимает, почему, будучи скромницей, я вдруг поднялась вот так целоваться. Ну, как правило, так и бывает. Когда человек скромный, он сдержанный, когда человек сдержанный, у него эмоции, ну, проявляются так, не совсем под контролем. Вот. То есть это абсолютно нормально в данном случае. Это, ну, это естественно. Дальше. Мы продолжаем созваниваться. Один раз я даже позвонила первому, не знаю, правильно ли я поступила. А почему вы считаете, что, ну, что вы не должны звонить первой? То есть, как бы, что плохого в том, что он... Что плохого в том, что вы позвонили первой? Что такого? Или вы считаете, что он... Первый не звонит. Как это у вас, ну, происходит вообще? Понимаете? Ну, вот. То есть вот как будто бы вы себя здесь не очень чувствуете. Ну, опять же. Опять же. Далее. Так. Да, не знаю, правильно ли я поступила. Что вы в это вкладываете? Вот. Не знаю. Правильно ли. Правильно это как? Дальше.
Так, меня смущает то, что он без снений может сказать, что ему нравится слоняться, или хочет сейчас сказать рядом, а нет, послоняться, или заснуть рядом со мной. Как будто бы вы здесь боитесь эмоциональных проявлений, чем смущает. Обычно после этого наступает, я ничего не могу ему ответить. Ну, опять же, здесь как будто бы простыд. Меня пугает такая открытость после двух встреч, пугает, что ему может только нужны поцелуи или интим. Возможно. А чего хотите вы? Я не могу понять, действительно это так, или вы просто настолько открытый человек. Может быть, это и другое. Важно, что вы не доверяете себе. Вы очень пассивны. Я не знаю, как мне быть в данной ситуации, чтобы что, стоит ли объяснять свои чувства, а какие они у вас? Объяснять, что у меня никогда не было интимных отношений. Я думаю, что важнее разобраться со своим отношением к этому, со значением этого. Так, хотим рассказать, когда они были последние отношения, я пока прошу обсудить это при личной встрече. Ну вот, как будто бы вы... У вас очень много стыда, как будто бы. Сам сказал, последние отношения были около года назад, не заслись характером. Подскажите, как мне быть? Поработать со своими страхами, в первую очередь. И в целом, посмотреть на вашу жизнь, как она складывается, что в ней есть, чего нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.